Доброе время, дамы и господа! Мы с вами в прямом эфире. Прямой репортаж идет с Байкала. С вами ваш друг Андрей Шаура, президент возможности топлива-да. Сегодня я вас всех поздравляю с тем, что ровно год, как официально, возможность топлива-да празднует день рождения. Ровно год назад мы собрались на Байкале. Люди прилетели с разных стран мира, и мы посмотрели друг другу в глаза, поставили цели и целый год трудились для того, чтобы сегодня ты, кто слышит эту информацию первый раз, кто смотрит это видео также в записи, присоединился к нашей команде, и мы пошли дальше побеждать и достигать новых высот вместе. За этот год много что сделано. Сегодня вы увидите наши награды. Вы увидите, как мы начинали и чего мы уже достигли. И поверьте мне, сегодня, если у вас есть сердце, и вы не черствый человек, у вас появится желание вместе с нами стать частью большого успеха. Вижу, здесь находятся люди с разных стран мира в прямом эфире. Приятно видеть здесь Россию в большом количестве, Израиль, так, Азербайджан, Болгария, Европа, Казахстан, Украина, Кыргызстан, Литва, Латвия, Эстония, Германия, Молдова, Румыния, Таджикистан, Беларусь. Вот это да! Посмотрите, сколько стран, сколько регионов, Грузия, Армения и другие страны. Все мира одного не ждут, поэтому мы с вами сейчас продолжим нашу встречу. И самое интересное будет это в начале, в середине и в конце. Поэтому рекомендую сейчас взять ручки, ежедневники, потому что информация будет разбита на три части. Итак, мы с вами сегодня получим множество подарков. Компания подготовилась к сегодняшнему дню, к нашему дню рождения. И вы сегодня получите эксклюзивные подарки, невероятные возможности и супер перспективы. И также узнаете историю, как мы начинали, какие доходы сегодня есть у партнеров и какие возможности будут у вас. Итак, год назад мы собрались на Байкале. Нас было немного. Нас было немного, и мы были с разных регионов мира. И 80% людей сегодня за этот год остались с нами. Костяк сохранился. И мы приумножили свои возможности новыми людьми. К нам сегодня приходят разные лидеры. Подключилась Чечня, подключилась Европа, Англия, подключилась СНГ, подключилась Россия в большом количестве. А начиналось, как вы видите, вот в таком маленьком кругу. Нас было не совсем много, и большинство людей, 80% сегодня до сих пор в команде, продвигают этот бизнес, продвигают этот продукт и зарабатывают деньги. Вот вы видите, проходило обучение на Байкале, дальше был отдых на Байкале, потом был президентский бал, вот так открывались двери. Был праздник, мы поднимали бокалы за наш общий успех, было здорово, невероятно. Также были разные звезды, которые присутствовали на встрече. Было награждение первого дилера-директора нашей компании Максата Шаменова. Он получил золотой орден и получил право сесть за главный стол. Вот так начиналась эта история. И мы танцевали, у нас были фокусы, был салют. Это было действительно по-настоящему настоящее рождение ребенка, которого ждали, и этот ребенок любим. И сегодня мы вместе с вами достигли больших результатов. И об этих результатах сейчас мы будем говорить. Потому что то, что происходит сегодня на рынке,
Это просто нечто невероятное. Вот вы видите, как это было здорово, да? Люди говорили разные речи и желали, чтобы через год каждый из нас продолжил здесь свой путь. Стреляли из пушки, было фаер-шоу, был салют. Это действительно было красиво, и все это есть в видео. Потом был шикарный торт. Мы загадывали желания. И вместе с партнерами вот так его задували. И вот нас было немного. Нас было немного. Но у нас были четкие цели и планы. Мы знали, что мы не сдуемся. Мы знали, что мы пойдем вперед. И когда мы начинали, друзья, у нас был всего один продукт. У нас не было оптимизированного сайта. У нас не было магазина для клиентов. У нас не было трех продуктов. У нас не было рекламы звезд. У нас не было тогда множества определенных наград, документов. Мы начинали с нуля. Нас было немного. Мы образно на коленках этот бизнес создавали. Но сегодня мы не одни, мы с вами. И очередь людей с разных регионов мира выстраивается для того, чтобы продолжить наше вот это детище. И мы рады каждого из вас здесь видеть. Так вот, друзья, что можно сделать за год? За год можно сделать невероятное. Мы бьем рекорды сегодня множества компаний в мире. Для примера, МТС шел к определенному захвату регионов множество лет. Если вы вспомните, как начинал МТС, это было всего несколько павильонов в Москве. Всего несколько павильонов, и много лет они трудились. Если вы вспомните, например, Amway, то Amway нелегально работал в России несколько десятков лет. И официально только в 2005 году Amway появился в России. Если вы вспомните историю множества компаний, то они начинали с одной страны. Практически это были сложные для них этапы. Множество компаний разорилось. Но мы приумножили товарооборот, приумножили доходы. И сегодня за год, давайте пальцы, да, вот так зажимать, что мы сделали. У нас есть склад в Москве. У нас работает доставка более 150 стран мира. За год, ребята, 150 стран мира. На данный момент мы уже сделали доставку более чем 500 городов в России и 500 поселков. Наш продукт сегодня есть в Англии, наш продукт есть в Испании, наш продукт есть на Кипре, наш продукт есть в Бельгии, в Белоруссии, наш продукт есть в Китае, наш продукт есть в России, в Казахстане. Понимаете? За год. Это невероятно. Даже в Израиле наш продукт есть. Мы за этот год создали три продукта. Три продукта. Сегодня этот продукт нужен миллиардам единиц техники, а техникой управляют люди. Это значит, у нас потенциальных клиентов или партнеров несколько миллиардов. Цена на топливо растет, качество топлива хромает, проблема назревает, а у нас есть решение этой проблемы. Также за этот год мы улучшили главный сайт. Мы за место 30% стали выплачивать в сеть 50% вместе с подарками. Представьте, было 30%, а стало 50%. Мы увеличили доход с продажи, у нас 150% в среднем. То есть представьте за год, то есть какие возможности появляются у партнеров. Появляется 3 продукта, появляется не 30%, а 50% сеть вместе с подарками, появляется с продаж не 50%, а в среднем 150%. Мы за это время подключили разные предприятия. Мы подключили владельцев СТО, мы подключили разных механиков, мы подключили бизнесменов, сетевиков. За это время небольшое. Мы получили разные награды. Компания, которая производит продукт топлива ДАР, наша, ООО «Фреймангаст», получила премию «Лучшее предприятие года».
Лучшее предприятие года мы получили, видите? Диплом компания Off-Frame Angarsk получает премию «Лучшее предприятие года». Наш продукт получил премию «Национальный знак качества» за год, ребята, «Выбор России» по программе импортозамещения по поручению президента Владимира Владимировича Путина. И со следующего года вся наша продукция, будет во-первых, мы стремимся к новой упаковке, то есть мы стремимся в будущем модернизировать нашу упаковку, сделать ее классом хай-тек. Но помимо этого, на упаковке мы планируем сделать интересные моменты, может быть, я даже сейчас вам покажу часть секретных разработок. Если у меня сейчас получится, то, возможно, я покажу прямо в прямом эфире. То есть мысль заключается в том, что на продукте будет также логотип «Национальный знак качества. Выбор России». То есть на каждом нашем продукте. Сейчас я посмотрю. Мне сегодня как раз прислали определенные макеты. Да, вот давайте с вами посмотрим. То есть я еще добро не давал, но вот мне как президенту прислали, видите, уже новые макеты. И вот тут я вижу, что уже, вот видите, медаль, национальный знак качества, выбор России. Вот я вижу, что уже на упаковке есть. Маркировка, вот, круто. Вот я вижу Neko DVS. Давайте с вами также посмотрим. О, красиво как, смотрите. На скрабере вот уже вижу также, вот видите, выбор России, отечественный производитель. Так, и на главном нашем продукте давайте посмотрим. Топливо ДАР. Так, это у нас эко-скрабер. Ну, в общем, вы видите, да, уже мне прислали дизайнеры, что на каждой нашей упаковке есть уже логотип. Далее, что еще? Мы стали партнерами при поддержке правительства фондов СРП. Мы участвовали на международной выставке, где участвовал Китай, Монголия, Россия, и получили главную премию за активное продвижение новых технологий. Выставка международная была. Далее. Наш директор Маргарита Васильевна Вельс, которая управляет компанией ООО «Frame Angarsk». Главный офис находится в Ангарске на Байкале. В Москве находится главный склад. Чтобы вы понимали, у компании большие возможности. Несколько собственных объектов недвижимости. Вот, вот эта земля, часть вот этого здания принадлежит компании. Все это в собственности, у компании нет кредитов. И сегодня партнерами компании являются Сбербанк и клиенты Роснефть, БМВ, фонд содействия ФСРП при поддержке правительства, ГИБДД и другие разные компании. Итак, Маргарита Васильевна получила премию «Орден профессионал России», а президент возможности топлива ДАР Андрей Шаура получил в данном случае медаль, это было в Москве, награждение «Профессионал России». Также вместе со мной получали награду такие известные люди, как Васильева, у нее две премии от СССР главных. Вот моя медаль, удостоверение. Все это было в Москве. Это все, ребята, мы сделали с вами меньше, чем за год даже. Теперь, что еще? Что еще? В декабре нас ждет два награждения. Внимание на экран.
В декабре нас ждет два награждения. Первое награждение будет 9 декабря. Мы получаем, значит, премию «Лидер России». И мы также, вот есть, получается, национальный бизнес-рейтинг компаний СНГ и России. В него входит Грузия, Армения, Беларусь, Казахстан, Россия. И вот мы получили главную премию «Лидер России» среди всех компаний. Награждение будет 9, значит, декабря. Уровень будет серьезный. Вот так было прошлое награждение. Размах, смотрите, какой, да? Все очень серьезно. Будет красивое видео, интервью. Это вот одна награда. Возможно, даже речь пойдет о Форбсе, но это время покажет. То есть, возможно, даже речь пойдет о Форбсе, но время покажет, пока я промолчу. Теперь следующая награда. 18 декабря. 18 декабря у нас будет, получается, сейчас я вам покажу. Значит, 18 декабря будет следующее награждение, также в Москве. Мы получаем главную премию. Сейчас я вам покажу. Значит, компания ООО «Фреймангарск» получает премию «Лидер», получается, отрасли по производству нефтепродуктов и в сфере транспортных перевозок. Внимание! Ведущая компания России в сфере транспортных перевозок и производству нефтепродуктов, то есть продуктов, которые помогают улучшить работу любой техники. Нашему продукту стоит доверять, мы получаем лучшие премии. И награждение состоится, значит, в шикарном месте 18 декабря. И вместе с нами награду получают известные люди за вклад в развитие как в бизнесе, так и в культуре. Ну, например, вместе с нами будет получать премию Наталья Варлей. Народная артистка, да. Также будут Борис Грачевский получать, Ералаш. Помните Ералаш? Вот вместе с нами будет получать премию. И другие известные люди. Итак, по премиям, которые мы уже, в принципе, получили, но вручать их будут в декабре, я вам рассказал. Теперь дальше с вами идем. С вами идем дальше. И обсудим другие важные моменты, которые необходимо каждому из нас знать и понимать. Итак, друзья, у нас есть три продукта. Лучший продукт года, который подходит для нескольких миллиардов единиц техники. Техники вокруг нас миллиарды. И цена на топливо будет расти в течение 3 лет минимум. Если меня нормально слышно, можно поставить и видно цифру 10, чтобы я понимал. То есть что получается? Получается, что в мире несколько миллиардов единиц техники. Правильно? И цена на топливо будет расти минимум 3 года. Проблема будет что? Назревать. Проблема будет назревать. И качество топлива хромает. Поэтому каждый из нас должен понимать масштаб. Понимать масштаб, сколько у нас потенциальных клиентов и партнеров. И
мы на рынке одни, практически у нас нет конкурентов. Единственный конкурент — это наша лень, нестабильность в том плане, что мы можем как люди пропускать презентации, пропускать тренинги, мы можем пить, гулять. Вот это единственный конкурент – лень, наша лень. Но если вы сможете побороть свою лень, а мы вам поможем, то нас ждут большие победы. Большие победы и большие перспективы. Сейчас я вам нарисую секретные графики, и вы будете первыми, кто эти графики увидит. У меня есть друзья в правительстве, и они мне дают информацию разную. И вот давайте с вами сейчас порисуем. Значит, я вам нарисую два графика. Два графика вам рисую. И на этих графиках вы увидите положительное для нашей команды и для нашего бизнеса. И прежде чем говорить о графиках, я хочу сказать вам, что сегодня вы получаете еще в подарок интернет-магазин. Именно сегодня его для вас создали. Вот здесь у вас появился собственный интернет-магазин для клиентов. Вы нажмете ссылочку, у вас откроется собственный магазин, люди будут покупать продукт, вы будете получать розницу. То есть собственный магазин, денег платить не надо. Итак, компания вам дарит франшизу на год в подарок, дает вам право покупать продукт 2-3 раза дешевле. Помимо этого, компания дает вам собственный интернет-магазин, дает вам возможность получать проценты за свою структуру с первой линии, со второй линии. Вот смотрите, вторая линия 2861 человек, первая линия 549 человек. У вас есть свои финансы. Вы жмете финансы, вывести средства. И вот вы видите, например, у меня сейчас на балансе 1 700 000, получается 13 тысяч рублей. И их можно вывести. То есть получается, если вы хорошо будете трудиться, то вот такие суммы вы тоже сможете выводить. Вот так вам приходят деньги за построение сети и за продажу. Только что смотрите, буквально две продажи произошло, видите, на портале. То есть пока я выступаю, видите, вот идут оплаты, люди берут продукт, видите? Вот 19.31, обработан заказ. То есть как раз у нас презентация началась, и два заказа в прямом эфире, можно сказать, сделали. То есть насколько наш бизнес актуален, что мы выступаем, а бизнес растет. Я вам покажу доходы наших партнеров, посмотрите, какие доходы. И расскажу об этих ребятах в том числе. А сейчас нарисую вам секретную информацию. Смотрим на экран. Значит, по законодательству Российской Федерации до конца 2018 года будет расти цена на топливо. То есть показывают, цена будет расти минимум до 2018 года до конца. В СНГ будет стоить 60 рублей в среднем, в России 50 рублей, в Европе 150 рублей. Дальше. Это будет не устраивать владельцев техники. Техники вокруг нас множество. Это потенциальные бизнес-партнеры и клиенты. Это большие деньги, ребята, это большой бизнес. И техника, она бывает разная. Легковые автомобили, пассажирский транспорт, грузовой транспорт, спецтехника, сельхозтехника, железнодорожный транспорт, водный транспорт, малая техника. Мотобайки, мотокосы, дизельные генераторы, бензиновые генераторы и другие виды техники. У нас есть продукт, который подходит для двигателя для масла, ЭКДВС, эко-скрабер для топливной системы и топливодар, универсальный продукт для бензина, дизеля и газа. Вот этот продукт, он каждый пятый бак делает в среднем бесплатно
владельца техники. У меня лично каждый пятый бак стоит 3000 рублей. Представьте, как это выгодно. 3000 рублей в данном случае у меня идет в карман за счет вот этого продукта. Плюс реже меняю масло, реже покупаете запчасти, реже покупаете фильтра, расходники и реже платите механикам. То есть наш продукт защищает двигатель от некачественного топлива. Наш продукт дает безопасный переход с более дорогого топлива на более дешевое. Защита двигателя от разрушающей детонации. Увеличение КПД за счет более полного сгорания топлива. Уверенный холодный запуск. Вот посмотрите, что происходит, когда люди пользуются нашим продуктом. Свеча номер один – это техника, которая пользуется топливом DAR. Все остальные свечи – это обычное топливо, которое заправляют на заправке. Разница колоссальная. Итак, реже меняем масло и защищаем экологию. Вот смысл продукта. Защищаем экологию, защищаем двигатель, зарабатываем деньги. И у компании есть в подарок автопрограмма. То есть вы можете получить за продвижение этого продукта в большом количестве, строя сеть и продавая продукт, новый автомобиль, новый дом, новую квартиру в подарок. Вы можете отдохнуть на Байкале в президентском отеле за счет компании. Вы можете получить путевку на путешествие в Таиланд или Дубай, получить новый телефон либо iPad в подарок. И все это будет бесплатно за счет определенного товарооборота и определенных действий. Круто, круто. Так вот, сейчас самое главное. По нашим анализам, до конца 2022 года топливо DAR будет постоянно расти. То есть наш товарооборот, наши доходы, наши возможности будут расти минимум до 2022 года до конца. Сейчас 2016 год. То есть у нас с вами есть, давайте грубо скажем, 6 лет постоянного роста. Постоянного роста, представляете, постоянно растет бизнес. Мы сейчас находимся в стадии 1.9.90. То есть мы сейчас находимся вот в такой стадии. Вот здесь 1%, вот здесь 9%, вот здесь 90%. То есть это я вам написал, нарисовал, это как наполняется рынок по продукту. То есть сначала, видите, трудно, потом больше, а потом еще больше, видите? Так вот мы сейчас попали вот сюда. Каждый из нас уже фактически миллионер, кто не сдуется. Понимаете? Что это означает? Это означает, что каждый из нас фактически миллионер, кто будет трудиться. Дальше люди, которые будут приходить вот здесь, они тоже будут зарабатывать громадные деньги. А вот здесь уже 90% тоже можно зарабатывать, но это будут и потребители, и бизнесмены. Но мы-то сейчас с вами вот здесь находимся, понимаете, где самое сладкое место, самое вкусное место. Дальше Леонид задает вопрос, а потом что спад? Хороший вопрос. Нет, спада не будет. То есть до 2022 года до конца будет рост, а потом спада не будет. Потом либо стагнация в плане стабильности. То есть мы постоянно, мы сделали товарооборот, он миллиарды. У нас потенциал, у нас постоянные партнеры, предприятия, дальнобойщики, автолюбители, они будут постоянно брать продукт. То есть ваши доходы будут постоянными. Спада не будет. Но если мы что-то придумаем, X, новую рекламу, новый продукт, новые возможности, то что произойдет? То и в 2023 году будет рост. То есть мы точно говорим, что рост будет до 2022 года до конца. А в 2022 году, если мы что-то новое сделаем, понимаете, какие-то новые рекламы, новые фишки, новые продукты, то дальше рост еще будет. Поэтому у нас с вами колоссальные возможности и колоссальные перспективы. Дальше. Вы еще не знаете, но в 2017 году компания планирует, помимо трех продуктов, которые уже в этом году добавлены для клиентов в интернет-магазине. Хорошая новость, скоро заработает новая формула начислений.
То есть скоро вы будете получать 50%, это произойдет в ближайшее время. И скоро для партнеров три продукта будут добавлены на сайт. Уже в разделе оплата вы видели описание, скоро это все добавится. Сейчас как раз мы доделали интернет-магазин для клиента, вам его подарили сегодня. И теперь следующая задача — срочно модернизировать для партнеров вот эти возможности. Теперь смотрите, что сейчас нужно понять. Сейчас нужно понять, что мы на коне, мы в правильном месте, у наши возможности растут. И далее я сейчас буду рассказывать, как будем зарабатывать с вами и как уже зарабатываем. У каждого из вас получится, потому что мы сейчас обучаем профессионально, у нас проходят профессиональные тренинги, наши люди зарабатывают, потому что они делают то, что мы рекомендуем. А повторить нас легко, потому что мы не даем трюки каскадеров. Мы даем то, что может повторить любой человек. Вот в чем наш секрет. Секрет нашей команды, что у нас это можно повторить. И не надо быть каскадером. Итак, я сейчас вам показал наши возможности и перспективы. И в 2017 году компания планирует в магазин добавить 5-10 новых продуктов. То есть помимо вот этих трех продуктов компания планирует добавить, ну, например, автомобилист, он помимо того, что заправляет топливо, возможно, в дороге, либо дома пьет кофе. И мы можем добавить классное кофе в магазин, и вы будете получать дополнительные деньги. Мы можем добавить средства для мытья автомобиля, например, специальное, которое там имеет пылеотталкивающий эффект. Мы можем добавить там супер шоколад, который активирует жизнь человека. То есть 5-10 продуктов мы можем добавить в 2017 году в магазин дополнительно. Это будет новый этап и новое развитие нашей команды и новые возможности. Понимаете? Так что сегодня, если ты разумный и дальновидный человек, с нами выгодно сотрудничать, потому что мы Россия, мы не зависим от кризиса, у нас свое производство, у нас свои технологии, мы получаем награды, и доходы наших партнеров растут. Теперь, друзья, коротко давайте с вами поговорим про доходы и про результаты на продукте. По продукту, хорошо? Теперь давайте посмотрим на экран и об этом с вами поговорим. Итак, сегодня люди, которые пользуются нашим продуктом, они зарабатывают деньги. У нас есть 4 вида дохода. Доход номер один называется «Потребляй». Кто уже пользуется продуктом, либо ваши клиенты, напишите, пожалуйста, в чат результаты. Я лично сам проверил продукт на разной технике. Меня продукт полностью устраивает, потому что, вот я вам скинул результаты, он приносит мне пользу. Каждый пятый бак в среднем у меня получается в подарок от, ну, за счет продукта. Вот полный тест трех продуктов. Вы пока скидываете результаты. Теперь смотрите. Наш продукт протестировали люди с разных стран мира. И в Англии, и в Европе, и в СНГ, и в Азии, и в Средней Азии, и в России. Продукт дает от 10% до 30% экономию. Вот результаты людей. И продукт работает как на гарантийной технике, на новой, вот вы видите один из моих результатов, так и на старой технике, и советская, и японская, и вы видите спецтехника, и Европа, и большой груз. Что мы видим? И генераторы, и мотоциклы, и мотоблоки, бензин, дизель, газ, неважно. И зимой, и летом работает, и осенью. То есть мы видим, что люди с разных стран мира заявляют о том, что им продукт принес пользу. Если вы пользуетесь правильно продуктом, то через 5 полных баков у вас будет в среднем 20% экономия. А это каждый пятый бак будет для вас бесплатно. То есть наш продукт дает в среднем каждый пятый бак бесплатно.
за счет именно правильного применения продукта. Теперь о доходах. То есть первый доход потребляй за год, у кого есть техника, люди зарабатывают от 25 тысяч до 1 миллиона рублей, смотря какая техника. То есть люди, которые пользуются, купили комплект, закончился, купили заново, закончился. И они применяют его на свои техники. Так вот, люди зарабатывают от 25 тысяч до 1 миллиона рублей за счет экономии топлива, работы механиков, экономия запчастей и расходных материалов. Теперь смотрите, пошли по бизнесу. Если первый доход касается, значит, потребления, то второй, третий, четвертый доход – это бизнес. Значит, второй и третий доход – это 50% в сеть, 30% компания дает деньгами в сеть и 20% компания дает подарками в сеть. Подарки я вам показал. Это квартиры, машины, дома. Ну, давайте начнем с подарков. Если вы делаете своей структурой товарооборот более 1,5 миллиона рублей, и ваш товарооборот не падает, значит, на четвертый месяц компания вам покупает квартиру, машину или дом стоимостью от 2 миллионов рублей. То есть это вот про квартиру, машину или дом. Следующая акция – телефон либо ноутбук в подарок. Кто из вас делает товарооборот? В данном случае акция действует с 1 октября по 31 ноября. Кто вступил в компанию до месяца октября, а кто подключается сейчас, то у вас 2 месяца с момента подключения. И получается, что у вас есть акция, делаешь товарооборот более 1 миллиона рублей и получаешь новый телефон либо ноутбук стоимостью 50 тысяч рублей в подарок, помимо денег от сети и помимо денег от продаж. Также есть поездки за границу, есть золотой орден в подарок. То есть, кто из вас делает дилера-директора, получает в подарок золотой орден, стоит как недорогой поддержанный автомобиль, бриллиант 57 граней и отдых в президентском отеле на Байкале. Дилер-директор должен пригласить в первую линию в топливодар за 3 месяца 10 человек с годовым пакетом, и из этих 10 обучить четверо, чтобы каждый из них пригласил по 5 с годовым пакетом во вторую линию. И дилер-директор за 3 месяца делает объем личный 30 тысяч товарооборот. И тогда вы получаете золотой орден, становитесь дилером-директором, и когда приезжаете на Байкал, получаете право жить в президентском отеле несколько дней бесплатно. Вас будут кормить, вы будете отдыхать. Стоимость проживания и питания в сутки стоит от 5 тысяч до 25 тысяч. Вот в президентском отеле для дилера-директора полагается отдых. Так, следующая акция. Это у нас подарки в виде продукта. И в конце нашей встречи в честь того, что компания исполняется год, исполнилось, я расскажу о том, как получить, например, 4 продукта бесплатно, или как получить один комплект бесплатно, либо как получить 15 тысяч дополнительно в подарок. То есть это в конце встречи я расскажу. А теперь, друзья, напишем про доходы. Напишите в чат про доходы. Мой доход несколько миллионов. По специальности инженер. Напишите, пожалуйста, ваш доход в команде «Успех вместе» по специальности. Я могу с ошибками написать, ничего страшного. Успех. Итак, по доходам. Есть у нас, помимо этого, 150% с продаж,
150% с продаж, вам продукт 2-3 раза дешевле, вы продаете в 2-3 раза дороже. И 30% сеть за построение дилерской сети. Вы строите сеть, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая линия. Вы приглашаете Москву, Украину, Англию, через интернет, на земле, Питер, Красноярск. Они также приглашают во вторую линию, те приглашают в третью линию. То есть вот так у вас строится сетка. Вот так строится сетка, да? И вы через 1-3 года получаете минимум от 100 тысяч рублей до нескольких миллионов рублей в месяц по сети. И плюс дополнительно с продаж. То есть от 100 тысяч до нескольких миллионов получаете через 1-3 года от сети, плюс дополнительно с продаж. Теперь смотрите, вы подключили вот сюда Москву. Москва сделала товарооборот 10 миллионов в первой линии, вы 500 тысяч получили. А Москва подключила в Красноярск во вторую линию. Красноярск сделал 5 миллионов товарооборот, вы 250 тысяч получили. Вот сюда в первую линию вы позвали бабушку. Бабушка во вторую линию позвала внука. Внук позвал, например, в третью линию Санкт-Петербург. Санкт-Петербург сделал 10 миллионов в третьей линии, вы 500 тысяч получили. Поняли мысль? Вот так строится сетка. Это франшиза. Вот такая франшиза стоит более миллиона рублей на год, на город. Вам, кто сейчас присоединяется, франшиза стоимостью более миллиона дается в подарок. Вы получаете годовое обучение в подарок, вы получаете готовый сайт для партнеров, вы получаете собственный интернет-магазин для клиентов, вы получаете обучение годовое, поддержку, право покупать продукт 2-3 раза дешевле, право продавать 2-3 раза дороже. То есть сегодня мы вам даем такую возможность. Если у вас нет еще франшизы, вы поднимаетесь мышкой вверх, жмете вот здесь кнопочку «Забрать подарок топливо дар», у вас открывается вот такая вот страничка, и вы получаете сейчас подарок, регистрацию, которая стоит более миллиона рублей. Вы заполняете данные, жмете «Раскрыть секрет» и попадаете вот на такой сайт. Заходите в профиль, заполняете все данные, здесь указываете свой логин, жмете «Сохранить», и после этого у вас появляется первая ссылка – это для партнеров, вторая, третья, вот здесь ссылка – это на регистрацию. Третья, четвертая – это на регистрацию на презентацию. Вторая ссылка – это для людей, кто хочет посмотреть по продукту. И пятая, шестая ссылка – это для клиента. То есть у вас появляется ряд ссылок, все это дается бесплатно. Теперь доходы наших людей. Руслан Юсупов подключился у нас в сентябре. Продукт получил первый раз примерно 12 сентября. Сегодня он заработал почти 200 тысяч. Почти 200 тысяч он заработал на сегодняшний день за полтора месяца. То есть за полтора месяца примерно 200 тысяч получил. Круто, круто. Александр Телицын, разнорабочий. Доход более 150 тысяч. Станислав Синицкий, инженер на пенсии. Доход более 150 тысяч. Снежана Лукарская, пенсионер с Болгарии. Доход более 200 тысяч. Галина Воронова, 73 года, пенсионер с Москвы, доход более 300 тысяч. Надежда Дручинина, мама двоих детей, доход более 400 тысяч. Тофик Ахмедов пришел к нам недавно, то есть его не было, когда мы запускались. И он за несколько месяцев вышел на доход, сейчас у него доход более 800 тысяч рублей. Тофик, кстати, вот здесь измените, ваш доход же вырос, вот здесь циферку измените. То есть у Тофика Ахмедова сейчас доход более 800 тысяч за несколько месяцев. Иван Вовк более миллионов топливодар заработал. Виктор Сильн пришел к нам недавно в топливодар в апреле. И он уже заработал примерно под полтора ляма. Ну, можно так сказать, 1 300 000 точно. Я как бы не знаю, какие у него сейчас продажи в октябре. Но более миллиона он заработал давно. Он пришел к нам в апреле. И доходы партнеров растут. И сегодня много историй, много людей, кто зарабатывает. Потому что мы даем четкие тренинги, мы даем четкие презентации, и поэтому возможности сейчас растут. Завтра, запомните,
В 14:00 будет выступать моя ученица Надежда Дручинина, мама двоих детей. Завтра в 14:00 презентация. Приходите, послушайте, как мама двоих детей получила у нас образование и вышла на доход более 400 тысяч рублей, ее доход растет. Уже у нее, у Надежды, получается, вот она вот так выглядит, ее ученики уже зарабатывают, есть вот тут уже рекорды, за 2 дня ученик ее 10 тысяч заработал. Вот такие уже результаты есть у Надежды. Завтра в 14:00 вот обычная домохозяйка, мама двоих детей, расскажет вам об этом. И завтра будет тренинг. Запомните, в среду в 19:00 Москвы будет тренинг. Там я дам, как правильно подключать предприятия, как правильно подключать автолюбителей, как строить сеть, как делать рекламу в соцсетях, как давать платную, бесплатную рекламу, как приглашать людей. Круто? Завтра все подробности. Сейчас презентация, а завтра все подробности, понимаете? И вот, друзья, вот так мы зарабатываем. Есть у нас 4-й доход продажи. Вам один комплект стоит 1700 рублей. Клиенту полная цена стоит 5000 рублей. Продавать дешевле, чем 3750 рублей, нельзя. И средняя цена, которую мы рекомендуем, 4000 рублей. То есть 150% в среднем вы зарабатываете с продаж. Мы учим вас 10 комплектов в месяц продавать, 100 комплектов в месяц продавать, 1000 комплектов в месяц продавать. Вы 10 комплектов продали, заработали 20 тысяч в месяц. Продали 100 комплектов, вы заработали 200 тысяч в месяц. Продали 1000 комплектов в месяц, вы заработали 2 миллиона рублей. И завтра на тренинге я буду рассказывать, как зарабатывать эти деньги. Есть четкие схемы продвижения в Инстаграме, в соцсетях, ВКонтакте, YouTube, работа с предприятиями, дальнобойщики. То есть этому всему завтра вас буду обучать, как это делать, что это делать, ну что делать для этого надо. И теперь, друзья, я хочу пригласить сюда еще специальных гостей, которые находятся прямо сейчас вот здесь в кабинете. Один человек является корпоративным сотрудником, а второй человек является вице-президентом Академии «Успех вместе», и также он активный партнер по топливу «Да». И он расскажет, что за последнее время, также двигаясь, мы достигли и достигаем. Итак, сейчас я приглашаю сюда Ивана Колобова, который расскажет вам то, какие возможности есть у нас. Иван, тебе слово. Передавай привет всем друзьям. Так, друзья, всем привет. Как меня слышно и видно? Все хорошо, да? Отлично. Вижу, что все в отличном настроении. Я всех вас поздравляю с нашей большой первой датой, такой крутой очень датой, нам 1 год. И кому-то не слышно, кому не слышно, там F5 нажмите. Там, ребят, модераторы, помогайте. Вижу, что все хорошо у других. И когда бизнес-проекту наступает 1 год, это говорит о 2 вещах. То есть этот бизнес имеет место быть в обществе. То есть на него есть спрос. И второе, это когда бизнес-проект уже существует год и более, это говорит о том, что у него есть основания для развития. То есть когда количество партнеров постоянно увеличивается, когда товарооборот увеличивается, это, конечно, безусловно радует. Скажу просто вам такое пожелание от себя лично, что каждый из вас имеет неограниченные возможности, и каждый из вас может в этом бизнесе состояться как личность. Почему? Потому что на сегодняшний день вот те знания, которые я получил на портале, те знания, которые я получил от своего наставника, они по сей день очень сильно пригодились. Например, на сегодняшний день бизнес «Топливодар»
зашел уже за пределы Российской Федерации. То есть это один из показателей, когда товар выходит, товар российского производства выходит за пределы. То есть это идет импортозамещение, это правительственная поддержка, это правительственная целенаправленность, когда продукт становится достоянием не только России, но и за пределами. Те, кто связывался когда-либо с торговлей, с импортом и ведением внешнеэкономической деятельности, то это очень серьезные моменты, которые не каждое предприятие на сегодняшний день может пройти на самом деле. Вот. Меня радует то, что сегодня я вижу моих друзей на портале, я вижу и чувствую вот это состояние, когда вы пишете, что вот мы на Байкал сейчас, так мы-то открыты, ребят, вы где? То есть мы же не закрыты, мы же не закрылись, мы же Байкал не осушили, тут не сели где-то в каких-то закрытых помещениях. Мы-то открыты для вас всегда, наши телефоны работают 27 часов в сутки, и все остальное собираемся, и все, можно все дальше продолжать. То есть так же, как мы собирались в Анастасии, запускали салюты, когда с четырех точек и позиций, да, стреляли. Поэтому меня радует то, что сегодня товарооборот растет, то, что в команде сегодня идет постоянный рост. То есть я вижу, что много новых людей находится на портале, я вижу, что новые спикеры появились. Это тоже, безусловно, радует. Надежду Дручинину поздравляю от себя лично за то, что молодчинка, ведешь то, что постоянно свидетельствует о росте. Поэтому я очень горжусь на самом деле каждым из вас, потому что каждый из вас это человек, который способен развиваться. То есть написано, что все события в жизни человека приходят своевременно, да, поэтому я знаю, что Иван, подскажи, где еще 3 часа берете. А, Виктор, ответ простой. У каждого из вас есть еще 3 часа дополнительных. Когда ты исключаешь из своей жизни телевизор, ненужное общение и ненужное просиживание за компьютером. Поэтому эти 3 часа нелегко добавляются в твою жизнь, и твоя жизнь становится более уникальной. Вот. Дальше скажу, что сейчас перспектива, ну, я не буду называть регионы, не буду, ну, называть людей. Я скажу, что топливо ДАР на сегодняшний день это проект, который получил признание не только на уровне правительства Российской Федерации, но этот проект одобряет несколько человек, да, просто скажу, что несколько человек из Китая. То есть продуктом интересуются, задают вопросы, проводится сейчас несколько диалогов, несколько встреч уже предварительно было проведено. По России сейчас идет программа по защите экологии. Это большого уровня люди, серьезные люди такие, которые, ну, понимают свои достижения, свои доходы, измеряют маленько в других цифрах, более масштабных. Например, вот я хотел бы сейчас вам задать вопрос. Напишите, пожалуйста, в чат мне, сколько вы хотите зарабатывать, ну, например, в период с 2017 по 2018 год. Сколько вы хотите заработать просто. Ну, сейчас я просто покажу вам картинку немножко расширенную, чтобы было понимание. Пишите в чат, вот просто не задумываясь, а просто пишите 1 миллион в месяц дальше. Есть еще версия, у кого-то желание есть? 2 миллиона, 1 миллион. Угу. На безбедное существование, на безбедное уже имеете 2 миллиона в месяц. А почему никто не пишет 5 миллионов, например, 10 миллионов? То есть это стало какой-то недосягаемой цифрой? Или это стало, вышло за пределы понимания? Но я хочу сказать, что каждый из нас должен осознавать долю своей ответственности. Например, сейчас в проекте, в котором я являюсь партнером, да, это топливо ДАР, у нас ведется другой диалог. То есть, сколько ты готов сделать, например, чтобы заработать 5 миллионов рублей? Вот, поэтому я хочу, чтобы вы мыслили более глобально немножко. И просто от себя хочу сказать, что каждым из вас в команде на самом деле мы гордимся, потому что
каждый из вас это, ну, на самом деле, такой алмаз редкий, который пришел сам себя делать огранку. Я не говорю, что легко будет там или сильно сложно будет. Поверьте, что каждому из нас даются испытания по мере того, сколько мы можем вынести, да. И если в вашей жизни появилась возможность топлива, вы ее используете просто. Потому что это даст вам опыт, который позволит вам выйти за пределы неких каких-то своих рамок, которые создаются, ну, в разуме, так скажем. Почему важно сегодня, например, вникать вот в такие моменты, как награды, да, награды за продукт, как работает продукт, почему продукт работает, с кем можно вести бизнес, с кем нужно вести бизнес и прочие моменты. Но я безгранично просто сегодня рад видеть всех вас на портале и видеть те вот результаты. Чуть раньше мне Андрей Артурович показывал рост товарооборота, мы говорили с ним статистики, до этого всегда проводили несколько встреч, таких закрытых встреч, на которых говорили о развитии именно бизнеса, о том, как за год, вот я не знаю, кто-нибудь, если из вас поднимал бизнес когда-нибудь на земле, ну, проект, например, с инвестициями там, ну, в миллиона, полтора, в два, связанные, ну, хоть с чем связаны, но вот то, что люди получают здесь на портале, и когда ты поднимаешь бизнес какой-то на земле, то это разные вещи на самом деле. То партнерство, которое есть сегодня на портале «Успех вместе», это просто несколько источников. Я ни от кого не скрываю, что я получаю доход от пассивный доход именно от системы «Успех вместе», от бизнеса «Топливо Дар», да, мне это нравится, потому что это то, что создавалось годами, это то, что делалось, это то, что работает, и это то, что радует. Поэтому я рад, что сегодня у нас первый день рождения большой, и когда ребенку, так скажем, становится уже один год, то это возраст, когда ребенок начинает идти. И когда ребенок начинает идти, у тебя есть два варианта. Это либо его ловить, потому что он начинает углы сшибать, либо его поддерживать, чтобы он шел целенаправленно прямо. Так вот, твой бизнес выглядит сегодня именно так. То есть, либо ты будешь ловить углы и повороты, чтобы не разбить там голову, да, либо ты будешь поддерживать, и у тебя пойдет целенаправленно. Поэтому и да, и зубки появляются, и мы пробуем новые встречи, и пробуем другие разные моменты. Просто я, друзья, рад за то, что у нас есть эта возможность, у нас есть сегодня возможность вести диалог на уровне правительства, вести диалоги с мэрами нескольких регионов. И я рад, что сегодня мы с вами вместе встречаем и радуемся за вот этот год, когда мы вместе трудились целый год. Ну, я скажу, что порой мы пахали на самом деле. И те, кто меня знает, те понимают, о чем я говорю. И я благодарен Андрею Артуровичу, благодарен эксперту Иннокентию за то, что эти люди совершают очень большой труд в общем деле, понимаете? То есть во благо того, чтобы каждый из вас сегодня имел возможность трудиться для самого себя. То есть трудиться для самого себя – это самое великое преимущество, получать удовольствие от того, что ты делаешь. И если меня в какой-то момент времени вы тут не заметили, то я-то вижу ситуации в записях, я вижу ситуации, которые происходят в скайпе, у меня все фиксируется, так что я вас не потерял на самом деле. И сегодняшний день я хочу, чтобы стал не переходным моментом, а продолжением большого бизнеса, который даст каждому из вас понимание некоторых моментов, введение вообще бизнес-проектов на земле, в интернете, потому что здесь каждый из вас может реализовать свои возможности. Я вот на самом деле благодарен тому, что в свое время, когда я работал еще в Екатеринбурге, в деловых линиях,
и мечтал о какой-то возможности, да, то когда пришел бизнес в интернете, я был просто весьма рад. Сейчас, когда у меня еще есть запущенный собственный проект, благодаря, опять же, топливу Удар, то я понимаю, насколько это разные вещи. Когда за 20 тысяч, там, допустим, рублей ты купил пакет годовой, ты получил сертификат дилера, ты получил продукт, ты получил, значит, обеспечение полностью по всем отчетам, ты получил свой собственный сайт, ты получил, значит, продукт, уже готовый продукт, то есть его не надо дорабатывать, ты получил к этому продукту пакет документов, а это протокол испытаний, это исследования разные. Ну, скажу, что некоторые исследования в цене доходят до 100 тысяч рублей. Некоторые, значит, испытания продукта, чтобы провести, стоят примерно 150-200 тысяч рублей, когда это касается нефтепродуктов, потому что это все находится под особым контролем. И когда ты взвешиваешь 20 тысяч и взвешиваешь 1,5 миллиона, то ты реально ощущаешь те, значит, финансовые затраты и ответственность. Я думаю, что самое главное во всем этом увидеть себя, понимаете, увидеть себя в процессе бизнес-проекта. То есть ты становишься, вот как пчелы собирают сотый мед, да? То есть, чтобы получился готовый продукт мед, они сначала собирают пыльцу, заносят ее в соты, кладут там, как-то там вот упаковывают своим чудесным образом. И потом, только после перегонки, получается готовый продукт мед. Поэтому то, что делает Андрей Артурович, то, что делает эксперт Иннокентий, это большая просто, ну, просто подарок судьбы для многих на самом деле. Я хочу, чтобы вы просто это оценили однажды для себя и поняли, что если вы хотите зарабатывать 5 миллионов, то вам нужно стать полноценным партнером. Если вы хотите зарабатывать 10 миллионов, то вы должны быть готовы выкладываться не на 1 миллион и не на 100 тысяч рублей, а на 10 миллионов, понимаете? Вам придется отказываться в жизни от каких-то моментов, вам придется работать над собой, безусловно, потому что только работа над собой, над своим мышлением сможет вам дать большие шаги в жизни, то есть по ступеням. И каждый из нас сдает эти экзамены. Поэтому, друзья мои, я еще раз всех вас поздравляю, еще раз говорю, что я очень рад всех вас видеть сегодня на портале. И хоть я, грубо говоря, веду не диалог, а монолог, но во мне живет вот этот диалог с вами. Я так внутренним своим нутром чувствую каждого из вас. Поэтому всех рад был видеть, передаю слово следующему спикеру и благодарен вам, что сегодня, в этот день, вы все находитесь на портале «Успех вместе». Будьте счастливы, радуйтесь жизни, будьте благодарны жизни, будьте благодарны всегда вашим наставникам и до скорых встреч. Всего доброго. Спасибо, Иван. А сейчас встречаем корпоративного сотрудника Иннокентия, который поделится информацией. Через него вы делаете заказы, обратная связь, поддержка. Встречаем Иннокентия Корняков. Всем привет! Выступаю первый раз на портале. То есть, кто меня не знает, я занимаюсь заказами. То есть, через меня делаются заказы. Также занимаюсь логистикой. Помогаю отправлять также посылки в дальнее зарубежье. Если у нас нет доставки, то мы находим какие-то пути, решаем, и все-таки доставка осуществляется. Также компании сейчас день рождения. Компания вам дарит акции. Пользуйтесь этим. Не теряйте время. Пишите мне на WhatsApp, Viber, Skype. Я всегда на связи. В принципе, у меня всегда Skype включен 12 часов в сутки. Поэтому пишите, заказывайте, я вас посчитаю. Всем успехов! Благодарю, Иннокентий. И сейчас мы с вами подведем итог нашей встречи. Как вы поняли, то, что мы делали год назад,
это принесло результаты. А то, что мы будем делать вместе с вами сейчас, это даст нам гораздо больших результатов. И компания для вас объявляет акцию. И Иван очень хорошие слова сказал, что открыть какой-то бизнес стоит 1-2-3 миллиона на земле. И вы рискуете потерять все, и не факт, что получится. А здесь вам дается полностью готовая модель. Годовое обучение, сертификат дилера, испытания, документы. И сейчас я вам скину акции, которые компания подготовила для вас. Значит, в честь дня рождения компании до 28 октября действуют 4 акции. Рекомендую воспользоваться, потому что вы на этих акциях заработаете деньги. Кто из вас делает заказ всего на 15 тысяч рублей любого продукта, а это 9 комплектов, то вы получаете годовую активность, то есть год у вас активность, вы получаете год проценты по сети. 11 доставок экономия. Внимание, 4 продукта идет бесплатно. Плюс вы продукт по полной цене продаете за 45 тысяч со скидкой за 30 тысяч. Акция номер 2. Заказываешь любой продукт всего на 20 тысяч рублей, это 12 комплектов. Полная цена продажи 60 тысяч со скидкой 40 тысяч. Годовая активность, 11 доставок экономии и 1 комплект в подарок. Денег за это не платить. И акция номер 3 и 4 для оптовиков. Заказываешь на 55 тысяч, платишь всего 50 тысяч. И акция номер 4 у нас уже... Руслан с Грозного заказал 2 таких акции в этом месяце. Выбираешь любой продукт на 115 тысяч, а платишь всего 100 тысяч. То есть ты заказал продукты на 115 тысяч, заплатил 100, продал 345 тысяч полная цена, а со скидкой 230 тысяч. Вот такие, друзья, перспективы по акциям. И каждый день у нас есть презентации, кроме воскресенья. Но скоро, так как у нас увеличивается поток, будет и воскресенье, скорее всего, вечером. То есть пользуйтесь возможностью, приглашайте людей на презентации. Руководство компании не прячется, сотрудники не прячутся. Мы открыты, пишите, звоните. Сейчас, кто первый раз на портале, жмите кнопку «Менеджер». Вот здесь слева. У вас откроется страничка, и здесь будет информация вашего человека, кто вас сюда пригласил. Свяжитесь с ним по телефону, по скайпу, он будет помогать. Жмите кнопку «Забрать подарок топливо да». У вас будет бесплатная регистрация. Стоимость франшизы более 1 000 000 рублей идет в подарок. Воспользуйтесь этим шансом. Далее идет акция на робота. Вы можете купить робота-конструктора всего сейчас за 400 рублей в месяц, а если берете по акции на полгода, будет 300 рублей в месяц. А если берете на год, 267 рублей всего месяц. Робот-конструктор помогает вам собирать подписную базу. Кнопка «Приглашенные», и вы видите, кто когда зарегистрировался, с каких стран, кто нажал какие кнопки. Эти люди могут связаться с вами, вы можете связаться с ними. И я вам дам видео, вы потом его посмотрите, как настроить робота. Все, что непонятно, пишите корпоративному сотруднику. Вот его данные. Скайп, телефон, он вам помогает. Пишите менеджеру, он вам помогает. Пишите вашим лидерам, мы вам помогаем. И вот видео, как настроить робота. Ребята, за нами будущее, за нами большие перспективы. За нами лучшее настоящее. И я вам всем рекомендую присоединиться сейчас к топливу «Да», чтобы получить в 2017 году собственную квартиру, собственный автомобиль, путешествие за границу в подарок от компании – и заработать миллионы и десятки миллионов. Тем более, все возможности для этого сейчас существуют. Я вас всех люблю и говорю вам до скорой встречи. С вами была команда «Успех вместе» и ваш друг Андрей Шаура. На связи, друзья!